Здорово, друзья! Около недели назад я рассказывал вам про криптовалютную биржу Probit. В прошлом видео я лишь кратко прошелся по основным моментам, а в этом видео я хочу более подробно разобрать возможности заработка на Probit. Но для тех, кто не в курсе, кратко напомню, что Probit – это глобальная криптовалютная биржа, на которой торгуется более 700 криптовалют в более чем 1000 пар. Probit работает на всех мировых рынках, имеет мультиязычный сайт, который ежемесячно посещают 3 миллиона человек, из которых более миллиона являются активными трейдерами. А помимо непосредственной биржи, у Probit есть множество сервисов для заработка. Один из них – это Probit Exclusive. Это что-то вроде платформы для распродаж, которая дает инвесторам возможность покупать перспективные токены и монеты по подписке с большой скидкой. Причем, в отличие от классических IEO, на платформе Probit Exclusive могут продаваться и уже состоявшиеся монеты. Например, летом на Probit Exclusive прошло 4 раунда продаж биткоина со скидкой в 15%. И это без учета того, что биткоин с тех пор вырос в 2 раза. Но, конечно, тут бывают и более выгодные предложения. Общая историческая прибыльность инвесторов Probit Exclusive составляет 2000%. А, например, на последней распродаже Probit Exclusive продавались токены Phantom, скидка на которые составляла аж 50%. И с учетом роста цены этих токенов, инвесторы Probit смогли зафиксировать прибыль в 3 икса всего лишь за неделю. А росли они, кстати, отчасти из-за того, что Probit стала глобальным партнером проекта Phantom, интегрировав данный блокчейн на свою платформу. И для того, чтобы принимать участие в таких распродажах на регулярной основе, инвесторам всего лишь требуется иметь у себя токены Prob. Минимальная сумма для получения аллокации на Probit Exclusive составляет 500 токенов Prob. При текущей цене это меньше $200. Но, разумеется, чем больше проб вы будете холдить, тем больше будет ваша аллокация. А помимо этого, токены проб дают и другие преимущества. Доступ к торговым соревнованиям, снижение торговой комиссии до 0,03, реферальные бонусы до 30%, а также повышенные бонусы на IEO распродажах при покупке за токены проб. Да, помимо Probit Exclusive, на бирже Probit проходят и обычные IEO распродажи. Например, сейчас активен сейл токенов Muslim Coin, команда которых пытается создать универсальный инвестиционный инструмент, соответствующий законам ислама. И любой верифицированный инвестор может приобрести Muslim Coin до 30 октября на бирже Probit, оплатив покупку множеством различных монет. Но именно при оплате токенами Prob вы получите дополнительный бонус в 5%. Что же касается других способов заработка, то на Probit можно также участвовать и в торговых соревнованиях. Сейчас их активно 2 штуки. Для токенов Cream Pie и Jared X. Для того, чтобы принять участие в них, нужно отправить стейкинг всего лишь 100 токенов Prob. А затем просто совершать как можно больше сделок с данными токенами, чтобы разделить с другими трейдерами общий призовой фонд. Помимо этого, все пользователи Probit могут заниматься и обычным трейдингом. Особенно учитывая, что на Probit имеется более 1000 торговых пар и в листинг регулярно добавляются новые монеты и токены. Например, за последнюю неделю на Probit были добавлены токены KeepsCoin, Kratos, Core Multichain, JMCoin и Talken. А если вас больше интересует пассивный заработок, то обратите внимание на стейкинг-платформу Probit, где сейчас доступны для стейкинга монеты Velos, про которые я уже неоднократно рассказывал на своем канале. Прибыльность по ним сейчас составляет целых 20% годовых при стейкинге на 3-месячный период. Однако, помимо заработка, Probit регулярно развивает и другие инициативы. Примеры тому – партнерство Probit с проектом Phantom, целью которого является демократизация финансовых активов. Или, например, выступление CEO Probit на международной криптовалютной конференции Gulf Blockchain Week в Дубае. Поэтому, если вы еще не пользуетесь биржей Probit, то создать себе аккаунт вы можете прямо сейчас всего лишь за несколько секунд, перейдя по моей реферальной ссылке, которая будет в описании. Тем самым вы еще и поддержите мой канал. Только перед совершением вложения убедитесь, что вы тщательно проанализировали все риски и провели собственное исследование платформы. Подписывайтесь на канал, ставьте лукаса на это видео. Покедова!